Латвия должна поскорее построить стену на границе с Россией, чтобы спастись от беженцев, которые хотят ее захватить. Это заявление премьера Кучинскиса в Москве вызвало, по крайней мере, удивление. Что за беженцы? Кого захватить? Непонятно. Конечно, такие выступления подтверждают правоту тех, кто говорит, что НАТО иногда придумывает новые угрозы, чтобы оправдать свое существование. Но всему есть предел. Особенно после заявления латвийских властей о том, что они за ущерб, нанесенный в годы, как там выражаются, советской оккупации, требуют 300 миллиардов евро. Ущерб нанесен в том числе и окружающей среде, и демографии, строительством в советское время. Не надо быть экспертом по Латвии, чтобы вспомнить, да, строили верфи, заводы, жилье, много чего строили. Мой коллега Евгений Лямин разбирался, зачем на самом деле строят стену. И оказалось, что стена, конечно, не первая, но, увы, и не последняя. За один лишь год заборами отгородиться от соседей решили самые разные страны по самым разным поводам. И это процесс обратный объединению, который только что шло на всех континентах. Первые плоды от построенного в прошлом году забора. Это сербско-венгерская граница. Местные фермеры подводят итог. Беженцев нет, урожая тоже не будет. Теперь много диких животных, потому что колючей проволокой закрыты со стороны автобана, а с другой в зоне государственной границы. Олени и зайцы едят листья и наносят большой вред растениям и виноградникам. Почти все съели, так что винограда нет. Животные ранятся. И хуже всего тем, которых мы не находим. Они умирают в муках где-то в лесу, и их находят где-то через месяц-два. Это уже словенско-хорватская граница. И здесь тоже то, что строили, защищаясь от наплыва мигрантов, нарушило совсем другую миграцию. На тропах диких животных, которые беспрепятственно пересекали эту выдуманную людьми границу столетиями, колючая проволока, словно ловушка. Поток мигрантов прошел в 100 километрах отсюда. Мы ни одного не видели, а нам тут все равно заборов понаставили непонятно зачем. У Мартина здесь свой бизнес, база для туристов. Раньше сюда часто приезжали, но теперь забор многих отпугивает. Он разделил не только Словению и Хорватию, но и их жизнь на до и после. Я вот думаю, что все можно было сделать по-другому, а так неправильно. В этой местности никогда так не огораживали, не разделяли словенцев и хорватов. Суетливая река Колпа теперь словно зеркало всей Европы с колючей проволокой повсюду. Идею возведения заборов на границах сперва высмеивали, потом ругали. Теперь она набирает популярность. Заборов в Европе уже возвели на сумму свыше 175 миллионов евро. С началом так называемого миграционного кризиса в Европе на границах между странами построены заборы сотни километров. И это только начало. То, что раньше считалось невообразимым, теперь, кажется, становится все более и более популярным. Так, к примеру, на болгарско-турецкой границе решили продлить забор с 30 километров сегодняшних до 130. Активно строят и в Венгрии. Считается, это надежная защита от потока мигрантов. Правда, беженцы, несмотря на все эти заборы, все равно попадают в Европу. Словно проходят сквозь стены. Для тех, кто, стремясь в Европу, на старых внедорожниках преодолевает пустыню Сахару, на надувных лодках Средиземное море, в конечном итоге сетка рабится, колючая проволока не преграда вовсе. Тем более, что многим возвращаться просто некуда. Нет их домов, городов и даже стран. Такими, как прежние, они уже не будут. Человечество всегда испытывало потребность в защите. Устанавливать дистанцию, создавать барьер. Считалось, что по одну сторону барьера находятся плохие люди, а по другую сторону – хорошие. Надо понимать, что мы разные, и что в европейской истории всегда происходили расколы. Искать убежище за любого рода барьером – один из возможных способов почувствовать себя в безопасности. Чувствовать себя в безопасности, конечно, это вовсе не означает быть в безопасности. Строительство забора для европейских политиков как ключ к избирателям. В условиях, когда популярность набирают правые, единственное, чем можно успокоить и привлечь – безопасность или хотя бы видимость. В этих условиях все чаще произносятся слова, которые точно отражают современную действительность. Оттуда, из Средневековья. Заборы, стражи, крепость. Неспроста в докладе под названием «Страх и заборы» правозащитной организации Amnesty International Турция и Марокко называются не иначе, как «стражниками Европы». Забор как символ страха и неуверенности. Это Дуа и Шахат. Я их сфотографировал в Иордании. Следующая моя выставка будет посвящена сирийской войне, о пострадавших сирийцах.
Стенка на стенку. Название выставки точно отражает суть миграционного кризиса. Здесь, кажется, все символично. На сохранившейся части Берлинской стены, некогда разделявшей целую нацию, фотографии тех, от кого сегодняшняя Европа возводит новые стены. Будущая выставка как продолжение предыдущей. Немецкий фотограф Кай Виденхофер 7 лет путешествовал по миру и снимал заборы, разделяющие страны. В его коллекции и США с их американо-мексиканским барьером более 3000 километров, заборы в Израиле, Северной Ирландии, Испании, отделяющие ее от Марокко, заборы, разделяющие Северную и Южную Кореи. Все они были построены в разные годы по разным причинам, но сегодня настоящий строительный бум, чего не было прежде. И впору снова собираться в дорогу на фотоохоту. Очередные стены растут по соседству. Увидев десятки стен на границах, тысячи километров колючей проволоки и жизнь подзаборную, художник убежден, это не выход, ведь в случае с заборами строить вовсе не означает созидать, скорее наоборот. Стена как последний аргумент в конфликтной ситуации, неважно экономической или религиозной. Я строю стену, огораживаюсь, но это не решает проблему. В Сирии это не помогает закончить войну, причину бегства. Или как на американо-мексиканской границе, экономическое неравенство. Одни богаче других. Заборы ничего не меняют. Но именно забор и закрепляет неравенство, словно проводит черту, и эта черта будет длиннее и со временем все более отчетливо, в первую очередь, в сознании людей. Есть две концепции Европы. Одна Европа вот свободная, открытая Европа, которая действительно дружелюбно должна относиться ко всем, где высшая мораль, где правовая система функционирует, где процветающая экономика и демократическая политическая система. Этой Европе пришел конец. 2015 год войдет в европейскую историю как черная дата, когда начались опять восстановление заборов вокруг Европы и Европейского Союза. В таком европейском выборе, как нельзя кстати, прибалтийские страны Эстония, Латвия возводят забор на границе с Россией. В Риге заговорили о том, чтобы отгородиться еще и от Белоруссии, дескать, защищаясь от беженцев. Ну и, конечно же, Украина. Уж она-то в этом вопросе готова быть впереди Европы всей, со своими заборами, противотанковыми рвами, ежами. Доводы, как и положено, самые забористые, от которых дух захватывает. Строим, чтобы защитить от агрессивной России себя и всю Европу. Название тоже подходящее. Украинские политики и СМИ вбивают в головы, как сваи в землю, европейский вал. Словно знак качества еще в начале строительства. Надежность этой защиты на одном из участков лично проверял тогда еще премьер-министр Украины Арсений Яценюк. С точки зрения укрепления обороноспособности, это абсолютная чепуха. И, естественно, все это очень похоже на очередную профанацию с целью освоения бюджетных средств. В одних странах строится немного, но на показ, в других, кажется, всерьез и надолго. На возведении и обслуживании инженерных сооружений на границах работает целая индустрия. Бизнес на страхе, ничего личного. Но стремление отгородиться, в первую очередь, это значит узаконить различия. Явные или напротив, которые прежде никто и не замечал. Забор на земле, словно семена, прорастают уже в сознании. И как раз таки их сломать гораздо сложнее. На то, чтобы снести стену, уйдут недели, может быть, месяцы, как это было с Берлинской стеной. Но для того, чтобы разрушить заборы в голове, могут понадобиться десятилетия. Евгений Лямин, Сергей Шилин, Алексей Чуев, Иван Благой, Федор Сухарников и Сергей Чевело. Воскресное время. Первый канал.